как быть, если смотришь на историю об Адаме и Еве только как на мифы еврейского народа о самом себе? Если представление о том, что Христос приходит на землю как новый Адам, чтобы восстановить падшую человеческую природу, кажется слишком узким. Вот мы видим, что есть такой связь, да, между Адамом и Христом. И это значит, что для нашего вероучения, для христианского вероучения, понятие Адама, может быть, не человек Адам, но понятие Адама очень важное, можно даже сказать, важно для спасения, да? Да. Поэтому мы не можем просто сказать, что это какие-то мифы там, и придумали, и ничего. Как-то на самом деле там не было. И то, что я тоже уже сказал, что мы верим, что Священное Писание и Ветхого, и Нового Завета, она вдохновленная Святым Духом. И здесь находится в ней истины, которые глубже и которые как-то не человеческие, да, и, для всех времен, для всех век остаются как-то действительными. И также в этой истории Адама и Евы, да, как его толковать, это в современном, конечно, мире уже немножко стало тяжеловато, да, потому что действительно мы не можем просто делать вид, как будто науков нет, да, и что исследование, например, происхождения человека там, и его генетическое как-то развитие, что такого нет, что мы этого не знаем, или что это может быть даже какая-то комплот против христиан, да, что ученые хотят все ученые от нас все снимать вот эти хорошие книги, эти хорошие сказки. И нет, мы должны как-то принимать это всерьез, я думаю. Вот как раз дальше по теме этой вот. Теория эволюции не влияет на спасение, как так отвечают многие священники. Ну, то есть ты приходишь и говоришь, вот меня смущает как бы вот эта теория эволюции, то есть в ней дальше тут вот, ну как она может не влиять, если современная эволюция вообще отрицает существование вот как личностей, существовавших в истории Адама и Еву. Соответственно, о каком грехопадении вообще может быть речь и от чего нас вообще спасают? Ну, то есть, мы знаем, что вот наши прародители, Адам и Ева, очень часто в церкви ты приходишь с батюшкой и говоришь, вот Адам и Ева согрешили, из-за этого вот у нас все эти проблемы, можно сказать. И человек говорит, ну, батюшка, вот а как же Адама и Евы на самом деле не было? Вот я как бы... Там, в университете учусь, у нас современная там, эволюция преподается, допустим, да, и нам вот профессор там очень умный, который очень много всего знает, говорит, что, дорогие мои, вот эти вот все сказки, это полнейший миф, просто вот какие-то сказания, не было такого. Вот, и батюшка говорит, ну и что? Не влияет это на спасение, так что молись дальше. Вот, а человеку это вот прям преткновение. То есть он действительно, у него получается какое-то раздвоение личности, то что в реальности Адама не было, но ты приходишь в церковь и как бы тебе говорят, что все проблемы как бы из-за грехопадения. То есть и, как вот... Ну вот проблема, я тоже согласен, что... Не вопрос о том, было ли это так буквально в истории, как написано, как-то, может быть, влияет на веру и на наше спасение. А может быть, действительно, факт, что... Или вопрос о том, что если это только какие-то сказки, или если здесь все-таки есть какая-то истина в этих книгах и в этих рассказах.
Я уверен, что есть истина, и я верю в Библию, поэтому я считаю, что должно быть какая-то правда, какая-то истина и в этой сказке. И что Адама и Евы нет, я немножко, я думаю, здесь ученые, может быть, выходят из своего рамки, да, поскольку, во-первых, он сам не может сказать, что никогда не было первого человека на Земле. Да. Mm-hmm. Генетика даже говорит о том, что мы от одной матери, да, все произошли когда-то. А почему тогда можно просто так сказать, что этого не было? А с другой стороны, если вот опять-таки толковать эту историю, здесь открывается много возможностей, это связывает с нашими современными понятиями о том, откуда человек. Да? Я думаю, один из важных факторов, где мы должны как-то отстаивать свою как-то дискурсе с естественными науками, что человек отличается от всех остальных животных, да, не с тем, что он, не знаю, может себе делать орудие, да, и не с тем, что он ходит как-то прямо, да, а с тем, что у него есть дух. Да, и откуда этот дух, наука пока не может объяснить, и, наверное, никогда не может объяснить, поскольку вообще пока они еще даже не знают, что такое дух, да, и не могут его исследовать никакими инструментами. А этот дух, я считаю, вот это тот элемент, который нас делает людьми, и который мы получили как дар Божий, и поэтому мы можем сказать, что мы не от обезьян, да, от Бога, да, а не из-за того, что у нас нету родственников, скажем, среди всех животных, да, мы все как-то связаны по генетике, мы не можем противоречить этому, да. Но что мы от Бога, это именно касается нашего духа, наша возможность себе познавать Бога, молиться, любить, да, и так далее. То, что никто из животных не умеет. Ну вот дух, это вы, можно это назвать сейчас таким современным словом сознание? Это одно и то же, либо это что-то вот еще другое? То есть сейчас вот ученые, может, они тот же дух называют сознание, а мы его называем дух? Ну, ты видишь, что наука старается все исследовать, да. И в том числе и человека в целом, да, и очень много разных теорий в этой сфере, потому что сам человек может быть самая большая загадка, ну, да, для современных наук. Я знаю, что только в психологии есть где-то 600 разных теорий о том, что такое психика, да, а тем более вот что такое вот сознание или рассудок и так далее. Мне кажется, наука всегда только может с одной стороны, с одного аспекта смотреть на человека, да, либо там биологические процессы, либо вот то, что делается в психологии, это такой принцип, называется input, output, да, и посередине у них черный казин, так называется, black box, да, они какой-то эксперимент проводятся, да, поставить человека перед какой-то загадкой, и потом смотреть, что он делает, а смотреть ему в голову не могут, и из этого делать какие-то выводы. Хорошо, слава Богу, наверное, там, может быть, они что-то обнаруживают, но человека в целом разъяснить этими теориями, мне кажется, не удастся.